Он очень строгий человек. Он очень требовательный. Всегда во всем. И в работе, и дома, и везде. И я помню, когда вот мы были маленькими, всех наших детей, там, детей, меня, сестру, детей другой тети нашей, то есть всех наших родственников, так, детей всегда пугали дяди. То есть там есть, да, говорят, сейчас придет там Баба-Яга, Мышок-Бабей, не знаю кто, нас пугали дяди. Вот если ты себя не будешь вести хорошо, вот дядя придет, и мы ему расскажем. И мы все вот так. Он строг был во всем. И сейчас тоже. Он всегда хотел, чтобы мы были умными, очень заставлял нас читать очень много, за что я ему сейчас очень благодарна. Он очень хороший собеседник, с ним можно разговаривать на всякие темы. Кино, театр, искусство вообще. Любая тема с ним становится очень-очень интересной. Рассказать какую-то такую историю, но я думаю, много раз рассказывала уже рассказать какую-нибудь историю, но я думаю, что очень много рассказали на сцене, что-то новое не вспомню сейчас. Просто я хочу пожелать ему, да, я хочу пожелать ему, чтобы он был всегда здоров, всегда был таким требовательным. Вот всегда, пусть кричит, пусть ругается, но всегда вот требует особо, именно в театре это необходимо. Всегда и всем необходимо. Пусть будет здоров, всегда с нами, всегда такой веселый. Мы его очень любим, очень. Я как-то никак не могу представить себе вот этот театр без него, или без его там криков, без его ругани. Я вот правду говорю, я не могу представить. Пусть он всегда будет здоровым. Спасибо. И представьтесь, пожалуйста. Шушан Казарян. Я тоже внучка Паруля Сантрусян, то есть Армен Сантрусян, мой родной дядя.